Смотрите, какое небо интересное. Вообще офигенное. Такое ощущение, как будто облака кисточкой мокрые так вот размыли, растянули цвет. Такие какие-то странные, не знаю. Вверх как будто поднимаются. Это кудрявые. Первый раз такие вижу. Еще облака такие не горизонтальные, а вертикальные. Вот видите, вот здесь вот, вот здесь вот такая полосочка, идет такая кривая. Так интересно прям. Как будто они куда-то вверх стремятся. Там что это за цветы? Обалденное небо. Там что это за цветы? Такие бабушкины цветы. Почему? Покажи, покажи, где? Кораблик, вон, видите, вот видите? Похоже на какой-то кораблик, который вверх, вверх летит, летучий корабль. Вот паруса, сам корпус корабля. А это на облако, да? Блин, как классно. Солнце садится, подсвечивает всю эту красоту. Где? Летучий корабль летит наверх. Куда? Мы в детстве очень любили с ребятами отгадывать, на что похоже облако. Там наша любимая игра была. Мы ложились мама, на крышу гаража. Покататься. Да, мы угадывали, на что похоже облако. Мама, я хочу на кораблике покататься. На таком не покататься. Странные облака, необычные. Она не можно упадать. Нет, тебе нельзя сюда. Смотрите, обалденно. Смотри, я тебя держу. Взяли, меня не вытолкнуть из окошка. Смотри. Видишь облака? Красотень!